Здорово, друзья, с вами, как всегда, Данте, и давайте на секундочку представим, что вы недавно узнали, что такое самп, вы только что скачали эту игру, и, естественно, вам охота узнать, что такое там ролеплей, как делать какие-либо вещи в сампе, и для этого я решил записать такое вот видео, в котором мы с вами зададим просто очень много вопросов администрации нашего сервера Arizona RP Saint Rose. На днях я создал пост на своей странице ВКонтакте, где попросил вас написать вопросы администраторам. Там были, ну, такие, как бы, не очень интересные вопросы. Но все-таки из этих комментариев я взял себе парочку этих вопросов. Некоторые придумал сам. И поэтому сегодня мы отправимся их задавать нашим админам. Так что всем, друзья, желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, лайк уже стоит под этим видосом. И погнали! В общем, друзья, я уже зашел, значит, на Аризонушку, на Saint Rose, и сейчас я хотел дождаться, как бы, ночи, для того, чтобы репорт был поменьше, как бы, да, чтобы мне отвечали поскорее администраторы. Но даже в 12 часов ночи онлайн на сервере 530 человек, и это, как бы, достаточно крупный онлайн, поэтому придется мне записывать очень-очень долго. Но для начала, друзья, я хотел бы вас предупредить о том, что я решил провести такой вот челлендж, сколько на меня подпишется людей до следующего ролика, то есть он выйдет там, не знаю, через несколько дней, столько я денег разыграю в следующем видосе. То есть, если на меня подпишется там 100 человек, я разыграю 100 рублей. Если подпишется там 20 тысяч, то придется разыграть 20 тысяч. Ну, как бы, придется записать, наверное, 40 роликов для этого. Ну что, давайте начинать уже писать в репорт. Первый вопрос мы с вами напишем. Во-первых, всем привет. Как писать в чат? Не спрашивайте, зачем я такое спросил, но сразу, буквально через секунду, Даша Мирсон принялась за мой репорт. Если что, я, друзья, ни в коем случае не думайте, что я там подговорил админов. Нет, честное слово, то есть если меня смотрят админы, то отпишитесь как бы в комменты, что я не подговаривал никого. На F6 нажимаете и пишите. Спасибо, Даша, огромное. Мы приступаем к следующему вопросу, как бы, да, поблагодарили за ответ. И, как вы знаете, репорты можно писать раз в 3 минуты, поэтому мне придется сегодня очень долго снимать это видео. Мне кажется, я просто усну на полпути, но все равно я надеюсь, что получится у меня все записать. Контентик у меня получится хорошим. Хороший контент у меня... Так, ребят, я нашел просто великолепный лайфхак для того, чтобы не ждать очереди в репорт. Я просто-напросто перезашел и сразу могу писать второй вопрос. Скажите, паже, анимацию, как стоять? Все, мы первые в очереди, друзья, как вы видите. То есть админушки у нас как бы работают на Saint Rose, и поэтому мы сейчас ждем ответа на наш вопрос. Мне кажется, сейчас админы немного в ступор встали, даже не хотят принимать мой вопрос. Анимс ищите. Даша мне снова ответила на второй уже мой вопрос. Мне кажется, что возможно, что она сейчас единственная как бы в сети, хотя это вряд ли, потому что 500 онлайна. А почему балосы зеленые? Опять же, не спрашивайте, пожалуйста, почему я спрашиваю такие вот, задаю такие вот вопросы. Они фиолетовые. Опять уже третий рэпер, друзья, мне ответила Даша, господи. Это куратор нашего сервера Saint Rose, она вот так вот работает, прям достаточно сильно, как бы, да, серьезненько. И меня радует очень, что я первый в очереди, мне не приходится мне ждать, как бы, очереди в репорт. И поэтому мне очень-очень быстро отвечают. Я, разумеется, знаю прекрасно, что бывает, что очередь бывает и 15, и 20 человек. Но все-таки, как бы, сейчас мне достаточно сильно везет. А Владислав Павлов сейчас онлайн? Я, друзья, специально написал сейчас через букву Я, потому что я всегда, как бы, очень, мне всегда очень веселит, когда пишут именно вот так вот. И мне Назар Мур ответил, что нет, Влад Павлов не в сети, он отдыхает сейчас, то есть он сейчас не играет. Где взять танк? Вот сейчас я думаю, что этот вопрос, как бы, администраторы подумают над ним и, типа, ответят там, не знаю, я даже не знаю, что мне сейчас могут ответить админы. Смотрите, как я застыл, и Даша мне ответила: нигде. Окей, мне кажется, я Дашу уже как бы задолбал, нифигово так, я бы сказал вам, друзья. Но у нас как бы достаточно много еще вопросов осталось, как вы знаете, да, хороший ответ, и идем дальше. Так, я, кажется, нашел то место, с которой взята моя футболка. О, нормально. На самом деле, мне безумно интересно вообще, когда администраторы сорвутся на меня, потому что я почему-то уверен, что меня как бы уже запомнили, потому что хотя бы взять мой ник, блин, Никита Вертелкин. Вот у меня появился как бы вопрос, когда
меня кикнут, либо попросят не автопить там и так далее. Потому что вопросы у меня не сказать, что прям адекватные я как бы задаю. Как открыть GPS? Да? И даже на этот вопрос администратор Назар решил ответить. Самый, наверное, вот пока что нелепый вопрос из тех, что я задавал, но он все-таки решил ответить, он не отказался от этого вопроса. GPS, уточните, что вам надо. Да нет, я, в принципе, ответ получил уже, спасибо. Как админы в плане кекса? Так, друзья, в игру вступает третий администратор, Мия Романова. Сейчас посмотрим на ее ответ, что она нам скажет, как бы. Готовить умеем, да-да. Супер, спасибо. Так, вот сейчас появляется какое-то уже разнообразие. То есть нам не просто отвечают там одним-двумя словами, типа уточните, что-нибудь такое. Уже появляется как бы и щепоточка юмора. Поэтому уже становится интереснее, ребят. Что такое квест? Что такое квест? Может, ты мне скажешь? Броу. Я вот на самом деле все жду, друзья, когда мой репорт либо отклонят, либо там его просто-напросто пропустят, либо ответят что-нибудь типа там не офтопти или вообще там кикнут меня. Но нам ответил уже четвертый админ за сегодня, да, Себастьян, узнайте в интернете. Окей, все, пойду в интернет. А как можно удалить мой аккаунт? Никак. Ну все. Никак. А вы тоже смотрите Вертейча? Опять через я написал, но это такой вот специальный, как бы, специальный такой мой почерк. Опять Назар принял наш репорт, у него сейчас уже сколько? В принципе, он на втором месте после Даши, насколько я понимаю сейчас. И вот, кстати, в конце этого видоса вы можете также посчитать в комментарии, кто из администраторов больше всего нам сегодня отметил, смотрел когда-то. Почему, интересно, сейчас не смотрит? Хороший ответ. Что такое РП путем? Так, я уже шестой в очереди, друзья. Кстати, посмотрите, сколько у нас тут скутеров на респе. Достаточно много, тут бомжей сейчас вообще мало. Шестой в очереди я, друзья, поэтому получается, что нам надо будет сейчас достаточно долго подождать, чтобы мне ответили, что такое РП путем. Я думаю, что вам тоже интересно это узнать, как бы, потому что это очень распространенный ответ от админов, типа, узнайте РП путем и так далее. И в нашу игру вступает уже пятый администратор в пол первого ночи. Матиас Кортес принялся за наш репорт. И сейчас посмотрим, как он ответит на этот вопрос. Ролиплей путем. Скажите, я вам уже надоел? Так, вот сейчас вот мы узнаем у админов, как бы, что они обо мне думают. Естественно, они не ответят, типа, да, надоел. Они так, естественно, не скажут, но все-таки могут дать какой-либо намек. Я бы дал, наверное, потому что все-таки я задал, ну, уже достаточно много вопросов. То есть не каждый игрок задает столько вот вопросов. Да нет, вроде. Вот о чем я и говорил. Вроде. Спасибо. Уважаемые админы, дайте, плиз, миллион вирт. Вот сейчас мы посмотрим, как ответят администраторы на вот эту вот просьбу. Нет. Сейчас вот что-то грубо было. Грубо? Ладно, друзья, давайте вот так вот напоследочек напишем админам спасибо. Просто вот одно единственное слово напишем спасибо и все. И как бы еще один админ подключился, Рэй. Да, вот так вот прям под конец. Все, он мне написал приятной игры, естественно, типа спасибо большое, да. В принципе, что я могу сказать как бы под конец этого видео. Мы сегодня с вами задали очень много вопросов. Они были все нелепыми, были все несерьезными такими вот. Но как бы админы мне отвечали. Прям очень-очень быстро они мне отвечали, как я уже говорил. Ну и как вы, в принципе, сами это все видели. Поэтому, друзья, все-таки развлекайте иногда администраторов. Просто-напросто задавайте какие-нибудь вопросы. Не глупые, а какие-нибудь вот по игре, чтобы администраторы работали. Я сдох. Так что, ребят, спасибо всем большое за просмотр. Надеюсь, что ролик вам понравился. Вы остались им довольны. Надеюсь также, что вы подписались на мой канал, друзья. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо всем заранее. Просто огроменное. Так что, ребят, спасибо всем еще раз. Всем желаю огромной удачки. Ищите меня в Инстаграме. Там в свободное время. Я нахожусь там, как бы. Ссылочка есть в описании. Также приходите играть вместе со мной на Аризону. Промокод мой, хэштег Данте. 200 тысяч он вам дает на 6 уровне. Всем желаю удачи, друзья. С вами был Данте. Всем пока-пока.